Здравствуйте! Я снова приветствую вас на своем канале. Меня все так же зовут Анна. И сегодня у нас распаковочка всякой всячины. Вот ее столько. Со мной сегодня мой маленький помощник, который уже появлялся у нас в видео. Ну, как вы понимаете, это жижа неспроста. Одна из посылочек предназначена ей. Поэтому она с нетерпением ждет, стоит. Ну, а мы с вами начнем. Посылочки я не вскрывала. Будем смотреть их вместе с вами. Надеюсь, что там все хорошо. Одна только вскрытая, и вы скоро узнаете, почему. Ну, на календаре у нас уже весна, за окном не совсем, но настроение, надеюсь, у всех уже праздничное. Так что поехали! Ну и первая посылочка, которая вскрыта, стоила 63 рубля 19 копеек. Заканчивалась защита покупателя. Я ее вскрыл, поэтому и мы ее откроем первой. Потому что это вот такой скальпель. Его уже многие видели, у многих он есть. Я брала его специально для того, чтобы вскрывать посылки. Сейчас я немножечко пошуршу. Вот так вот он выглядит. Ну вот. Он острый. Вот так. Колпачочком, и у него есть еще вот такие сменные лезвия. Лезвия там предлагаются разные. Вообще он для резьбы по дереву. Но есть вот такие вот одинаковые. Но поскольку мне дерево не резать, я взяла одинаковые. Ну вот, собственно, и мы попробуем сегодня вскрывать эти посылочки. Так, следующая посылка. Что-то я тут все замазываю, все цены. А, вот. С друзьями дешевле. Вообще почти все посылки пришли с друзьями дешевле. Мелкие почему-то доходят, а то, что ждешь крупное, никак. 64 рубля стоило 17 копеек. Сейчас стоит 86,20. Ну и давайте посмотрим, как это режется. Ой, класс. Класс. Так, что это такое? Ага. Это у нас перчатки. Перчатки эти... Обещают быть сенсорными. Где же это открывается все? Давайте, чтобы меньше шуршать, я просто отрежу. Разрежу все. Ну, так себе, надо сказать, перчатки. Вот видите, нитки торчат что-то. Ну, что, в общем-то, хотеть за 60 рублей. В целом неплохо, надо только вот проверить теперь, как они реагируют или не реагирует экран телефона на них. Я уже одни такие брала в Ашане, они оказались, мягко выражаясь, фуфлом. Поэтому решила попробовать эти, а вдруг. Сейчас я попрошу у мужа телефон, и мы с вами проверим. Так, вот мой муж любезно предоставил телефон. Вот здесь, видите, нарисовано, что они сенсорные и должны реагировать. Ну, посмотрим. Так, я уже напялила. О, смотрите, девчонки, правда? О, надо же! Ух ты! О, получилось! Отлично! И большой, и средний, а этот? А этот, видите, нет. На нем нет такой штуки, не реагирует. Здорово! Наконец-то! Это, конечно, прям большое приобретение, потому что зимой, когда холодно, прям вот это вот все здорово. Ну что, можно меня поздравить с хорошей покупкой? Ура! Ну, перчаточки размер, я думаю, на любой. Но у меня рука маленькая, мне трудно сказать. Но они достаточно так тянутся. Вот. Так что, я думаю, пойдут на любую ручку, на женскую, так точно. Так, отлично. Это мы довольны. Наверное, папе телефон. Вот, едем дальше. Это у нас посылочка тоже с друзьями дешевле. Стоила 45,54. Сейчас 89,59 стоит. Я не знаю, что это. Ну-ка, ну-ка.
А, девочки, это микрофон. Купила микрофон я вот как раз для записи и видео. Но вот у одной из девочек я увидела тоже его в распаковке. И ей сказали, что он, что к нему должен быть еще какой-то вот адаптер. Но я не знаю, здесь видите, какой штекер. Как, ну, наушники 3,5 миллиметра, вот он. У меня на телефоне нет, мне придется это делать через переходничок. Ну вот, тут вот прищепочка только. Как его сюда, наверное, так что ли, прицеплять куда-то. Ну, я попробую в конце видео. Попробую. Что, не обещаю? Попробую, посмотрим, как он. Так, следующая посылка у нас. Так, это я знаю, что. Это мне пришло прямо вот сегодня, свеженькое. Это шнуры. Вот 120 рублей стоили однометровые. И 33 рубля стоили 0,25 коротенькие. Это микро-USB шнуры. Аккуратненько. Вот. Они... Ух ты, как все запаковано-то. По-взрослому прямо. В пакетиках. Это микро-USB, да, они на, вот, на телефоны на все. А я брала для пауэрбанков, для телефона, для дочки. Посмотрите. Ну, надо же, прям упаковка такая. Вот голубенькие, розовое, золото цвет. Золотое. Это метровые уже идут. И серебро. Вот этой вот фирмы я беру. Венрол, наверное. Я беру шнуры. Мне они очень нравятся. Они работают хорошо. Все с ними в порядке. Но я, конечно, их проверю. Посмотрим, как они. Но я уверена, что все рабочие. Ну, класс. Прям даже приятно. Так. Далеко не убираем наше богатство. Дальше посылочка. Тоже с друзьями дешевле. 109 рублей она стоила. 145 стоит сейчас. Это что-то очень такое. Что-то мягкое. А, это даже так упаковано. Ну-ка. О, это пришли мне линзы на телефон. Взяла попробовать. Тут какие-то вот их 3 штуки. Коробка мятая. О, и даже рваная. Да. Ну ладно. Мне не дарить. И то хорошо. Вот. Здесь 3 линзы. Раз. Нет, 2 линзы почему-то. Должно быть. Ничего больше нет. Должно быть 3. Вообще-то. Такой вот мешочек для них здесь. Маленький. А почему 2-то линзы? Вот это вот. Прищепочка, она на камеру. Вот так вот. И эта линза, одна рыбий глаз, другая какая-то широкоугольная. И еще 3-я. Для макро, что ли, съемки. Но вот почему-то только 2. Хм. Непонятно. Хорошо, что на видео снимаю распаковку. Посмотрю еще раз, если что, отправлю продавцу. В конце видео... Я хочу продемонстрировать вам и снять видео на, вместе вот с этими вот объективами. Посмотрим, как они работают, стоящая ли вообще вещь. Так, следующая посылка. Простите. Следующая посылка стоила 86 рублей, сейчас 87. Не особо подорожала, тоже с друзьями дешевле. И сопение увеличивается. Это как раз посылка. Для маленького помощника. Видите, какое нетерпение? Так, это кроссовочки для куклы. Честно говоря, я думала, что они будут побольше. Вот. Симпатичные. Я прям вот думала, да. Угу. Ну, у нас есть Бэби Бон. Давайте посмотрим, пойдет или нет. Она его, естественно, заготовила уже заранее. Вот такой вот у нас
Бэби-бон. Вот он. Это оригинальный бэби-бон. Ну, китайский, наверное, но в смысле дешевый. Вот посмотрим. Он 40 сантиметров, эта кукла идет, насколько я помню. Как же их надеть-то? Мне кажется, что они... Да какая разница-то? По-моему, нет разницы. На то, не на то. Мне кажется, что они даже... Ну-ка. А, вот. Слушайте, влезли. Классно. Ой, здорово. Ну, их там нужно будет, я так понимаю. Но они так с трудом вообще туда затягиваются. Вот, видите. Ну, затянуть. Ему ж не ходить, в конце концов. Слушайте, ну классно. Здорово. На, бери. Дальше тебе, я думаю, неинтересно. Так, а мы едем дальше. Попробую завязать оба ботиночка и покажем. Так, тоже с друзьями дешевле. 41-43. 53 рубля сейчас стоит. Что-то маленькое. Или так запаковано, не знаю. Давайте смотреть. Слушайте, здорово вот этим резать. В чем-то я боюсь все время прорезать. А, это резиночки. О, это тоже тебе, помощник. Это резиночки для волос. Здесь их должно быть 10 штук. У нас такие уже есть. Я взяла еще. Они удобные достаточно и, в общем-то, живучие. Они... Вот, видите, разных цветов. Вот такие, с ушками. Вот такая, такая. Вот, видите, вот такие вот цвета. Розовенькая. Так, а их 10? Так, 2, 4, 6, 8. Да, 10 штучек. Отлично. Еще жду резиночки, еще заказала. Так, следующая посылочка. У нас 80... Тоже с друзьями дешевле. Все с друзьями дешевле доходит. Девочки, быстрее почему-то. Так, 84 рубля, 111 стоит сейчас. А, это я купила себе такую сумочку. Я вам фотографию вставлю, как у продавца она. Вот такая прищепка. Так, что ли? Не пойму, как она должна быть. Так, наверное. Да. Так, а как же ее? Нет, наверное, в обратную сторону. Вот так. Наверное, так. Это такая сумка, вешается она на решетку от вентиляции, фильтр как-то вот в машине впереди. Вот так вот. Здесь вот кармашки. Здесь вообще-то обещали еще один кармашек, но что-то я его не вижу. Вот на фото посмотрите. Вот так вешается туда телефон, там что, зажигалки, сигареты, всякая мелочь, которая нужна, вот когда едешь, да, чтобы вот это не в боковые эти карманы машины кидать, ну, в дверцу. Ну да, не в бок дверцы, господи, боковые карманы, надо же так сказать. Вот, а вот сюда. Ну, попробую, посмотрю. Наверное, я ее как-то, девочки, неправильно... Вот здесь еще она открепляется, но вот это, скорее всего, да. А это, да, вот, наверное, вот так, и на решетку. Вот она, раз, вот так вот, и все. Ну, я думаю, полезная штучка. Все нормально будет с ней. Буду я, наконец, себя чувствовать комфортно. И на этом все. На сегодня все. Ну, сейчас я вам покажу отснятое видео. Отсниму с этими вот линзами. Мне самой интересно посмотреть, как это все работает. Так что не прощаюсь. Дочка моя наконец-то сдюжила надеть кроссовки. И хочет, чтобы я показала. Вот. Вот. Вот так в кроссовках выглядит бэби-бон. Хорошенькие. Кому надо, покупайте. Такие достаточно качественные. Ничего нигде не торчит. Подошва вот. Ну, какая красивая. Все.
Вот, смотрите, это большая линза. Это она не четкая, видите, и в кругу. Этот, наверное, называется рыбий глаз. А для чего он? Так, что ли? Для чего рыбий глаз? А, вот такую круглую делать? Панорамная съемка, что ли, или что? Так, я вспомнила, там было написано макрофокус. Это, может быть, вот маленькая делает. А это вот, видимо, рыбий глаз. Наверное, она захватывает просто больше, да, пространства. Вот смотрите, вот это расстояние с того, с которого я вот снимала сейчас обзор. Ну да, он захватывает, но этот кружочек, не знаю, может быть, для фото. Вот так вот прям раз. Но это все будет и на фото, кружок. Ну, в общем, не знаю я, девочки. Не знаю, хорошая это покупка или плохая, не разобралась еще. Так, девочки, вот эта вторая, которая маленькая. Так, я понимаю, так вот расстояние, с которого я вам снимаю. Так, я понимаю, она, наверное, как раз вот эту четкость, что ли, она должна делать. Вообще, да, смотрите, как четко. Вот прям близко, чтобы снимать. Да, вот когда выкраску лаков делаешь, вот. Но она, видите, без кружочка, без такого. Ну, вот как-то так. Слушайте, прям все видно. Сейчас я тень уберу. Посмотрите. Фокусирует. Прям четко. Вот что она делает? Она... Не знаю, что делает. Но с ней четко. Так, а я сейчас ее сниму и посмотрим стандартную камеру. Тоже четко, ничего не понимаю. Что делает Алина? Кто что-нибудь понял, напишите. Я что-то ничего не поняла, если честно, с этими линзами, что должно быть. В общем, девочки, пошла я фоткать своих домашних, оборжалась. В общем, вот эта вот большая линза, это рыбий глаз, знаете, как будто человек на тебя смотрит в глазок дверной. То есть морда так увеличивает вперед. Я вам покажу фотографии на своей дочке. Вставлю сюда. Вот такая вот штукенция. Вот. Вот такие товары у меня сегодня были. Всем спасибо за просмотр. Девочки, всех вас поздравляю с наступающим 8 марта. Будьте красивыми, веселыми, счастливыми, с хорошими финансовыми возможностями. Будем закупать все на Али, смотреть, тестировать и радоваться. Всех с праздником. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик. И до новых встреч!